О цветении роз мы мечтаем и все его ждем. Но есть такие культуры в саду, которые цвести не должны. И мы не только не мечтаем, а еще предпринимаем всякие меры для того, чтобы они не зацвели. Вот даже собака удивлена. Я сегодня взяла вот такие канцелярские резинки и иду делать так, чтобы она не зацвела. Многие думают, что выращивать цветную капусту сложно. Нет, достаточно легко. Она любит обильный полив, удобрения и самое главное, короткий световой день. Когда капуста начинает формировать головки, чтобы они были крупными и не зацвели, нужно собрать листья, взять резинку и связать вот так вот листья над капустой, обеспечив ей таким образом тень. И буквально за несколько дней вы получите красивый крупный качан. Не забывайте поливать. Подписывайтесь на канал, будем выращивать все вместе.